Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня 24 апреля 2022 года, и я продолжаю цикл, который у нас называется «Пять композиций с авторов ожившей поэзии». Этот цикл мы недавно начали, и в основном я буду этот цикл делать для тех поэтов, с которыми я работаю, или для великих поэтов. И сегодня мы начнем с композиции на стихи юного поэта Елисея Лихватова, который тоже включаю в этот цикл, ибо я собираюсь издать книгу Елисея Лихватова в ожившей поэзии. Итак, давайте я вам расскажу, что вы сегодня услышите на Елисея Лихватова, когда на душе весна, Елисея Лихватова поэты, затем розовое облако, Елисея Лихватова прекрасно, ты сомнений нет, и закончим сегодняшний мини-концерт девочка, одетая в стихи. Такие у нас сегодня будут произведения, музыка, исполнение и видео везде Самуила Фрумовича. Итак, начнем, когда на душе весна. Стихи Елисея Лихватова, музыка, исполнение Самуила Фрумовича. Видео либо из интернета, либо наша ожившая поэзия. Музыка исполняет Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Это произведение называется «Розовое облако». Стихи Елисея Лихватова, музыка исполнения Самуила Фрумовича. Следующая композиция «Когда на душе весна». Стихи Елисея Лихватова, музыка исполнения Самуила
Называется «Поэты». Музыка исполнения Самуэль. Видеоторс. Мы поэты. Любовью небесами бездонно синими мы творим и дышим тобою, пьем мы влагу твою.
Россия, по тропинкам идем нехоженые, пробиваясь сквозь буераки, жжем глаголом простым изношенным, хвалим модой надежды фраки, ласкаем нежнейшим эпитетом, распластавшись мыслью по древу, а нахлынем, взлетаем к речетам, чтобы бить и клевать холеру. Мы рождаем звезды, нет нам целей недостижимы, и какие не шли нам годы, вечно молоды и ретивы, мы поэты душою чисты, что есть в мыслях, то на бумаге восхищение, мы речисты и горим, создавая саги, мы поэты, возносим истину выше прочих других категорий, даже если поем про хижину или славим горы и море. Уходим тихо или громко, неважно это, нам противно любое лихо. Мы частицы добра и света, мы поэты, уходим тихо или громко, неважно это, нам противно любое лихо. Мы частицы добра и света. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фурмович. Музыкальная композиция «Экспромт», поэт и стихи Елисея Липатова. Следующая композиция «Прекрасна ты, сомнений нет». Музыка исполнения Самуила Фурмовича. Композиция называется «Мои музы». Музыка исполнения Самуила Фурмовича из цикла «Ожившая поэзия». Прекрасна ты, сомнений нет, и вот мне кажется порою, что нежных слов и букет увял, склонившись пред тобою, что нежных слов я склонишь.
тобою, увяли в трепете свечи, скользят полуночные тени, и сердце мечется в смятенье, и разум ищущий. Молчит, не хочет подсказать слова обиженная муза, летит ревниво на меня все ожидание муза. Но как же так? Ее эфира отражение, ее дыхание ветерка, ее нижнее движение, ее волос речной поток, ее изгиб ресниц летучий, ее ладони дрыганы, шок, как сквозь время. Отборной кручи ты снов хрустальный, и весь вдох улыбки легкое порхал. Бездонных глаз, водород, зовущий к тайнам, не раздая бездонных глаз, водоворот, зовущий к тайнам, не раздая. Спасибо за внимание. С вами был. И последнее на сегодня произведение «Девочка, одетая в стихи». Друзья, послушайте новую стихи музыку. Стихи Батова, музыка исполнения. Если поэту другу автора. Музыка исполняется в лапручи с цикла «Ожившая поэзия». Сезам.
бабочка по кружке и тихонько с ней заговорит. С дружечками девотрушки и от волос их бережно храни. Музыка дождя ее ласкает, розовое счастье ей даря, васильками косы украшает. Над землей облаком паря. А под Новый год, когда снежинки мир оденут в праздничный наряд, Лизины веселые стишинки радугой волшебной запестрят. Под Новый год, когда снежинки мир оденут праздничный наряд, Лизины веселые стишинки радугой волшебной запестрят. Есть на свете чудная девчонка, и святых стихов ее наряд радуется искренне и звонко, и дыхает жизни аромат. Спасибо. И на этом, друзья, заканчиваю сегодняшний мини-концерт на стихи юного поэта Елисея Липатова. Музыка исполнения Вестислава Фрумовича. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.